Американская частная компания Intuitive Machines и НАСА объявили об успешной мягкой посадке на Луну модуля Одиссей. Сообщается, что несмотря на проблемы со связью, специалистам удалось установить контакт с аппаратом. Он находится в вертикальном положении и способен отправлять данные на Землю. На борту модуля 12 единиц полезной нагрузки. 6 из них являются приборами НАСА. Прелунение модуля Одиссей стало первой мягкой посадкой частного аппарата на поверхность Луны, а также первой за 50 лет посадкой на Луну, осуществленной американцами.